кто-кто? Это лох писал там. Да. Пойдем трэш ебашить опять, блядь. Некоторые трэш. Он только в одном месте, только в конце, видимо, откатило просто. Ну, нет, возле входа он тут цветы. Возле входа, возле босса он два цветка трутся. Блин, просто, блядь, после рестарта сколько прошло? Минут 40, нахуй, блядь? 30? Да нет. Двадцать пять, наверное, 20. Да, тут ничего интересного, столько вот эти. Скажите там, как лох зайдет. Слава, давай. Разворачивайся там. Чё, пулять? Нет. Обнулять бафы, каска, кулак, вся хуйня. Фласки перепивайте там. Смотрите, три моба, которые очень осторожно с ними, ребята, потому что мне надо в каждого ПЛПш кидать, это время. Слава, через трапу или уехай, напулишь на него. Ой, Слава, Никита. Хао, Ладомир, тут нет. Миша. Все были готовы. Че, поехали? Да. Троих этих мобов точечно не бейте, чтобы не срывать. Попробуем их просто закливать аккуратно. Тут ее так и держи. Смотрите внимательно за деревом, за всей хуйней, там, за корнями. Вот трое вышло. Слава, этот, Никита, напуливай. Какого хуя? Я же нажал сбить каст. Дерево, 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 быстрее. Ребят, проснулись. Все, закливали их аккуратно. Кливаем, кливаем, кливаем. Через цветка играйте больше. Давай, Слава, я буду водяному касты сбивать, ты грозовому. Все, заклевали. Хорошо, вышли отсюда с луча. Услышал, Слава? А? Да, я да, говорю, грозовому. Я водяному снимаю, ты грозового. Ага. Все, напулили. Смотрите аккуратно, у мобов очень мало хп, блять. Они сейчас будут резко умирать. Дерево залили, мобов бейте точечно, постарайтесь. Чтоб никто не сдох. Если что, там сокру или какую-нибудь хуйню. Я, конечно, понимаю, что они там урон порезали, все остальное. Но сейчас посмотрим, как хп будут отлетать. По 3500 бьет. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Не лейте, не влетайте сильно. Времени у нас вагон. Все, точечно их доигрываем. Хорошо. Прохиливаемся, прохиливаемся. Дерево. Дерево. Поехали, поэтому подводи. Прожмись там, а то оно вроде что-то больно бьет, блядь. Все, 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 отлично. Ждите, сейчас дерево будет скоро. Дерево.
Выводи, выводи слон. Так, поехали. Здоровый вышел. Напуливай. Напул на КД. Слава сам алпехами набирай. На Славе. Отошли все от него. Отойдите, отойдите, отойдите. Не лутайте урон. Сейчас эта хуйня с него слетит. Мы его заклеиваем дальше. Дерево растет возле босса. Корни разбейте, там на ком-то висят. Все, ждем. Сейчас будет либо трое, либо банда. Попробуй сейчас Никита там через трапу напулить. Я водяному сбиваю, ты грозовому. Дерево, дерево, дерево. Вначале дерево, потом мобов. Как раз агру наберет. Сбил каст. Фридом, дайте по сове. Славчик, прожмись, прожмись, прожмись. Лоха в него отдайте. Все, сейчас аккуратно банду ждем. Корень разбили. Сокру там, если что, на банде не жалейте. Дерево. Да и набраться. Так, на пул. На пул на КД. Смотрите аккуратно. Этот Егор, готовь сакру, заряжай. Там на войске они отбегать. Гимн на ХП. Отбегайте от них, отбегайте. Гимн на ХП попросил, блядь, Саша. Я кастовал, я кастовал его, вас фаншотнуло, я кастовал гимн. Ничего, нормально. Сейчас уже добей. Добей тебе дерево, БР не меня. Забафали сразу. Ну, РДД, станьте. Отойдите, РДДшники, чуть-чуть. Станьте как-то кучно вместе, чтобы эта вся залупа летела вместе. Мы же как обычно, с речки на речке будем бегать. Повели, 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 повели. Дерево залили. Поехали, поехали, поехали. Блять, как попало, стоите, что-то, блять. Встаньте, РДД, в кучу все вместе. Никита, что ты там бегаешь? Вот, сейчас летит под босс эта хуйня. Она уже умерла, блядь. Нахуй эта гера нужна. У нее 2 ляма хп, блядь. Мне кажется, на ней в хэме, блядь, этот. Гера нужна на 3 мобах только, блядь, на этих. Они припизденные, блядь. Все. Еще успеваю раскинуть. Ебать. Съебанет. О, меч. Как в воду глядел, блядь. О, перчи, ДК, нихуя. Ну, что ты, смотри. Отказываться или что-то откладывать? Отказывайтесь, я сейчас все заберу. Так. Никита, грудак нужен? Егор или кому-то на дис отдаю Паше тогда. Я там Ларри забрал, химика открыл. Хорошо.
Так, разбойник, рыцарь смерти, маг, друид, перчатка, ролем. У тебя что, четырех нету кусков морали? Нету. Ну, два. Ну, забираем. Так, мораль, держи перчатку. Меч тогда я себе заберу. Буду сильным танком, нахуй, блядь. Ну, что Нико потом покажешь. Че, у тебя теперь три будет, а какой четвертый тебе надо кусок? Желательно плечи, ибо голова на РПБ. А с кого падает там? А кто его узнает? Сейчас заглянем. Просто посмотри урон по себе и скажи мне, вот как это прохилилось? Орешгин где? Тебе за 0-2 залетело 40 тысяч урона. Ну, просто от кучки стояли. Сакра закончилась, значит. Там надо было просто отбежать, там же РДДшники залили. Там на войске, тем более, они висели, эти мобы, они никуда бы не убежали. А я отошел, кстати, чуть-чуть от войска туда. Я говорю, этот сакра, значит, закончился, если я сдох. Егор, поставь рыбку. Дайте, пожалуйста, пристабав. Что, мне спекаться? Давайте пробовать, я с хуй знает. Надо ж когда-то это дерьмо убивать. Давайте в два попробуем. Все равно лишний урон, чем быстрее. Давай попробуем, как ты говорил, там в центре на втором. Давай фазе. На второй фазе будем стоять, смотри, получается как. Миша стоять будет вот так, грубо говоря, на второй фазе. И когда этот будет на тебе ракета красная, ну понятное дело, ты с нее выходишь. И этот... Будем пробовать убить. Давайте, я предлагаю, сейчас полчаса потраем. Если не идет, убиваем в обычке, бля. Идем Везакса делать в хейме. И попробуем йога побить. Жить и брать камни, когда вас ебало ломает. Да, урод огня. Камушки обязательно возьмите. Там что-то писали, что вот эта волна жара не резистится. Значит... Хуй вас, может уже починили, блядь. Нет, что оно типа не будет резиститься вообще. Давайте делимся на два кемпа тогда. Кто-то с той стороны кнопки, кто-то с той. Все просто отсюда. Там плотно сильно можно не забегать, поэтому ДПС у нас вроде хватает. Тем более мы, блядь, будем этот в два хила. Так что, стоим в одном фрейме или должно быть? Он тушит же всю комнату. Хули тут вала хуйню мутить. Все, я запускаю, все были готовы. Похуй, просто сейчас, когда под кого-то кинется огонь, выйдите с него и все. Поехали, бьем. Слава, выводи сразу из огня. Бьем, там процентов на 30 он всю комнату потушит. За минами смотрим внимательно, посмотрели, куда будете выбегать. Рэнджу держите, РДД, что там огонь, если стак этот появился, чтоб, блядь, не убило всех. Вышли. Переводи сразу его, Слава. О, огонек на меня полетел под стенку, шикарно. Смотрите внимательно за минами. Веди его, наверное, Слава, туда в сторону центра, чтобы нам убегать было куда, если, блядь, эта хуйня будет. Сейчас эти взорвутся, он новые раскинет. Осторожно. Вот, новый раскидал. Потихоньку подзрываю. Сейчас он потушит. Вот, сейчас. Вышли. Давай туши, пидорас. Уступите. Стопайте ДПС, надо, чтобы он потушил. Все, убили его, убили. Хорошо. Слава, прожмись, живи, ты чё? Это лазер ебаный, хуярит, что дурной, блядь. Один еще есть, аккуратно. Так, смотрите, все стоим в мелизоне, все. Никита, поскольку у нас хант, поскольку он хант, будет, блядь, бегать. Он далеко не стоит, он под собой тушит, блядь, огонь. Если он будет появляться в мелизоне, он, соответственно, будет тухнуть. Вот там хуй знает где, не надо стоять. Ну, так, Слава, ты выйди.
ты все равно вытанчить не будешь, ты будешь огонь, блядь, разливать. Он сейчас будет под собой тушить. Слава, бери огонь на себя, подойди к огню куда-то и разливай его. И как стоять в мире зоне? Блять, сейчас потухнет, сейчас будем стоять. Потушит. Так, молча. Не задавайте ебанутых вопросов, если вы не хотите получить ебанутые ответы. Так, бомба, уходим отсюда, уходим отсюда. Уходите оттуда все, уходите все туда. Он сейчас там потушит все. Прохиливайте это дерьмо. РДД, бейте его. Сейчас он видите, потушил под собой. Все. Ну это пиздец просто. Видишь, как сложно. Я половину просто не вижу. Я до половины просто не дотягиваюсь. Ну поэтому это я предлагаю не терять время, это чистая хуйня. Дохните, вставайте все. Да, как бы я бы тоже сказал, что не терять, потому что и ДПСик у некоторых по 3 косаря. И как бы, блять. Третий хил тут точно эрдру нужен. В смысле, что... чистая хуйня, вы пришли и решили убить первого трая, что ли, все, блядь? А при чем тут да с первого трая? А когда трая, блядь, пробует, нахуй, потому что ты хуйня, ебаная. Слышишь? Это, почему мы перевелись, блядь, на первой фазе, и челики стоят в миллизоне, разливают там лужу? Вы не можете, блядь, пока идет время, таймер, разойтись, нахуй, и раскинуть лужу просто где-нибудь на ренже, блядь? Да подожди, ты сейчас надрываешься зря. Ты понимаешь, рейд не одетый для этого еще. Да при чем? Не одетый? Ты ебанулся? У тебя фулл рейд 220. Да что как ты хочешь, ебать? Ну а почему 3000 ДПС у 220? Как такое может быть? Тут убивается, блядь, в 207 шмоте. Вообще изи нахуй, блядь. Просто все делай по тактике и все, ебать. Что нет? У тебя весь центр был в огне. Весь центр, ебать. Ну, я просто не мог. Не вопрос мог не в центре, блядь, в том, что, блядь, лог сдох. Вот как лог сдох? Из-за того, что в центре огонь был, блядь. Нет, там не дохил. Я не могу прохилить никого. Там я не дохил. Я не могу прохилить. Без эрдру нехуй ловить. Нехуй ловить, конечно, без эрдру, блядь. Чё вы, блядь? Ну, на этом боссе, блядь, самое охуенное, это, блядь, эрдру. Он просто может хилить, блядь, весь рейд, нахуй, бегая. Тем более тут, блядь, позиционка такая, что мы все время стоим одним кемпом. Там буйник на всех висит, там омоложение на всех висит. Так же, блядь, в 25-ке, ебать, просто приходим куда-то. А, ну тут ловить нехуй, ебать, давайте... Блядь, не, ну ты... Никогда не будет такого, что ты приходишь на какой-то сложного босса, и он... Да понятно, босса одного, недели, блядь, трай босса, ебать. А вы такие, типа, ну с первого трая не убили, все, ебать, давайте, блядь, будем... Не будем. Ну мы же не первый трай, блядь, сюда пришли. Во-первых, траить надо с тремя хилами. С двумя не прохиливаете вы никак. Тут нужен, блядь, эрдру. Был бы эрдру, мы бы сейчас бы его побили. Можно даже с шаманом спробовать, но, блядь, там надо реально траить. В два хила никак здесь не убить. Не, вообще он убивается в два хила. Ну тут два хила должны быть, блядь, заряженными нереально. Я понимаю, что Миша сильно заряжен, но Саня без Т8, например. Ну да, вот. Без Т8 у него такие так себе на самом деле трини, блядь, он по мане быстро сохнет. Все здесь прохилит, если все сделает нормально. Если вы, блядь, нормально рейндж наберете, а не будете просто... Он хуярит, просто бараш, блядь, просто... Блядь, не бараш, это хуйня. Просто, блядь, в одну сторону людей, просто в одну. Вы все получаете урон. Но мы даже не успеваем поднять щели, как, блядь, он просто по КД просаживается. Но нам просто, блядь, нормально разбить лужи на первой фазе. На второй фазе, после того, как мы убили утюга, все уходят под стенку в один кемп. Не стоят, где ему нравится или где он хочет, а в один кемп. Откуда вас заходим? В ходу уходим. Да, под стенку, чтобы центр более-менее свободный. Огонь начнет разливаться, Слава будет разливать огонь, блядь, и все. Сейчас дадим еще несколько траев, если не идет, все, убиваем обычку, идем дальше. Не тратим время. Че, так же два хила? Да. Хорошо. Там можете стоять сейчас как хотите. Можете вот на первой фазе, блядь, не обязательно там сейчас забиваться в угол, это похуй. На второй фазе главное стать в один кемп, чтобы огонь кинулся на Славу, и Слава его начала разливать. В центре, понятное дело, что сейчас стоять не надо, заливать лужу, блядь. Отбегите. Раньше набрали РДД? Мины раскинул. Смотрим внимательно, куда уже будем выбегать. Вышли. Слава, потом отводишь его отсюда, зеленку отдай.
Отводи огонь. Отбегите от утюга, РДшники. Сова, отбеги, убеги подальше. Уходите сюда, наберите ренджу. Может, давай все-таки встанем в кемп, ну, блядь, после убийства? Пока не надо. После убийства, понятное дело. Мины раскинул новые, смотрите внимательно. Повел. Отошли. Прожмись. Все, сейчас он должен потушить. По минам не точись, Егор. Все, добиваем. Добили и сразу в ворота все, туда, где сова стоит. Быстрей. Пошли, быстрей. Слава, ты тоже с нами идешь. Стали вот так все в одну пачку. Все, вышли все отсюда, кроме Славика. Славик возле огня остался, рядом стоишь. Сейчас на тебя кинется, начинаешь разливать. Все, набираем ренджу. Так вот, набираем сейчас ренджу. Сейчас оно ебанет огнем и становимся в мелизону. Разливай огонь, Владимир, он за тобой идет. За тобой, Миша, потеем нах. Все, поехали. В мелизону зашли все. Бомба ледяная полетела. Смотрите внимательно, куда. Подходите к мелизоне, не стесняйтесь. Оно в мелизоне, тут огонь будет тушить. Сакрами там не жадничайте. Выходите с огня. Ракета, Паша отошел. Отошли все оттуда от ракеты, чтобы не зацепила войд-зона. Не жадничайте, там сакры, масс-сейвы. Гимна ХП там. Нам главное вот эту хуйню пережить. За спину, быстрей. Бараж пережить, блядь, и все, мы его разъебем сейчас. Сейчас потушится это все, не ссать. Все. Подхиливает Элдрин флешками. Никита отъехал. Хау отъехал. От бомбы отошли оттуда. Вот опять мы сейчас все собрались в одной точке, нахуй, он просто все ебало расстрелял. Не, нормально, можно. Да нихуя нельзя, блядь. Ну и вы не захиливайте. Ну шо можно, блядь? Мы, все, блядь. Я говорю, стойте нахуй в мелизоне. Где ты сдох? А ты в мелизоне стоял? Нахуй ты там стоял? Я говорю, все было залито огнем, и я так сбежал. Так это в мелизоне тушится, блядь. Тушится, ну, в мелизоне. Ладно. Да вы не ругайтесь, что вы, ну, блядь. Я говорю, стойте все в мелизоне, кроме Ханта, чтоб на него летела ракета, блядь. Я не знаю, я говорю сразу, я бабочки бить не буду. Это убивается, все, изи в хармоне, нахуй. Я вижу, как убивает. Вы не можете захилить, что это, блядь, убивается? Нахуй ты мне вот эти разговоры, я не буду. Нахуй ты тогда с нами ходишь? К чему эти разговоры, блядь? Да это, не ругайтесь. Вы, во-первых, три хила давайте пробовать, потому что мы не выживаем, блядь. И посмотрим. Давайте в три попробуем разок. И спешите, я думаю, некуда, блядь, на Алгалуна, блядь. Мы придем там, еще обосремся, блядь. Я понимаю, если бы мы все 10 человек на продажу персов для фанпэя одевали и спешили бы куда-то заказ выполнить. Но мы же, ребята, для себя играем. Вы, блядь, просто обдумайте, нахуя вы спешите. Я просто не понимаю, нахуя играть, когда, блядь, ну, в чем интерес вообще? Вот пришли вы, убили вот этого ебаного обоссанного босса, который убивает изи в хармоне. Убили его в обычке. В чем вообще интерес игры, ебать? Ты дополнить-то не забудь, что изи в хардмоде, он убивается при определенных условиях. Ты говоришь изи. Ты понимаешь, что тут сидеть нужно еще долго, блядь? Тебе сказал РЛ, блядь, полчаса потравим, посмотрим. Не получится, убьем. Что тебе не нравится? Куда ты спешишь? У меня такой вопрос. Куда ты спешишь? Ты перса продать хочешь или что? Чего ты сюда спешил, друг, что ты орешь? Ульде уже 2 месяца. Да при чем тут ульда? 20-30 раз ты уже. Почему босс сейчас на людей давишь? Вы пришли, не убили с первого трая в хэме. Да не убивается. Все, не убивается в хэме, убивается другим рейдом, не этим. Этим тренироваться надо.
Что ты хочешь сказать? Тебе РЛ сказал. Вот, полчаса потраем и все. Первого трая, все, ты в муте. Давай, до свидания, блядь. Орет, нахуй сидит. Никто не орет. Тебе сказали, что полчаса посидим, не идет. Ты видишь, блядь? Мута это, блядь, девочки только кидают. Пойми, никогда такого... Ты сейчас придешь, вот сейчас откроется КРХМ, просто образно, блядь. Что, ты придешь и будешь, если ты не убиваешь с первого трая, блядь, босса, ты будешь его скипать, да, будешь ходить. Там будете сидеть на одном боссе, блядь, неделю, сука, будете сидеть на одном боссе. Какой есть КРХМ? Что ты мне, блядь, осмотай, блядь, пишешь? Блядь, ее все знают, кто КРХМ. Все правильно. Не убивает фул брилеванный, фул, блядь, этими нахуй, фул, блядь, с катами, блядь, все ее знают, конечно. И она когда вышла, блядь, на X3, ее тоже все знали. Ее все убивали на X2. Но почему-то сидели на ней целую неделю. Потому что они ее на X3 завернули, блядь, охуеть как. Пока не понерфили, никто нихуя там не убивал. Дай пристабав. Сейчас попробуем на второй фазе дать гиру, блядь, в натуре. Я и говорил, что на второй фазе лучше дать гиру. Быстрее зальем, быстрее выживем. Я тебе просто в мут кинул, нахуй мне тобой нравится. Что ты орёт, сидит, перекрикивает, нахуй. Дело не в том, что вы перейдете, вы можете посмотреть другие фазы. Это самое основное, вы будете тренироваться. Если вы в 3 хила идете, то вам 100% нужно на второй фазе давать геру. То есть вы два бараса не переживете, это ну, очень много дэмэджа. Пойдемте туда под кнопку. Априори тоже в ульте сейчас? Да, он там собрал что-то. Если кину, то меня напрягаешь еще уже серьезно, да? Вышли, 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 быстрее из огня. Все, поехали, бьем. Бурсты сейчас отдайте, чтобы они на вторую фазу откатились, под гиру вы отдали. Миша, Миша, по минам не надо топтаться. Готовимся, скоро надо будет бежать. Вышли, 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 быстрее. Води его, Слава, не надо стоять на месте. Да видишь, огонь везде вокруг. Куда нам потом сейчас убегать? Вот тут сейчас мины постелят по-пидорски как-нибудь, и все. Мы тут и останемся, нахуй. Паша, поставь тотем на отхил, чтоб он стоял. Стоит. Веди, 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 веди. К входу сюда веди. Выбегайте с огня все, выбегайте. Отошли, отошли, отошли. Прожмись, отдай зеленку. Да не заплатил. Давайте, сейчас бьем его, он потушит и добиваем. Все, добиваем, быстрее. Мины аккуратнее. Аккуратно. По минам не топчитесь. Паша. Встать есть? Да не топчитесь по минам, блядь. Встать есть, встаньте одним кемпом. Где вы стоите? Реса, его забафали его сразу. Забирай огонь на себя, Слава. Разливай. Все, пошли. В миле зону все. Слышно, нет? Кроме ханта. Он тут будет лить огонь, он будет его и тушить. Слава и Никита, вы разливаете огонь. Поехали, Геру, давай. Ракета пошла, смотри там внимательно, Никита. Отходи оттуда, Никита, она откинет тебя. И вы максимально назад отойдите оттуда, с той стороны. Чтоб можно было бить. А, понятно, блядь. Падайте. Сколько у него рейндж, ебать? 40 метров, нахуй. Ну, там вот, вот как вот это, видишь, делится, вот примерно такой рейндж. Вот эти вот три куска таких, которые полосками разделены. Примерно вот, вот эту площадь он убивает.
большой. Ну, пусть тогда хан дальше отойдет. Она это... вообще должна, эта бомба, блядь, лететь в огонь. Где больше всего огня, туда должна бы эта бомба полететь. Ну вот это, кстати, блядь, рандом. Ну вот тоже, а должно быть так. Должно что полететь в огонь. Было бы заебись, если бы так было. Тогда, когда вот на второй фазе, когда лужа появилась, надо еще подождать, пока новая еще раз кинется. Она, получается, до появления самого босса там два раза кидается. И им надо подождать еще возле края стены второй раз та же, потом только подходить. Надо после убийства утюга становиться совсем одним кемпом, потом мы все бежим в мелизону, там остается один... либо Слава, либо Никита. Кто-то один из них будет разливать огонь. Вот если ты заметил, вот он кидает три случайных вот этих кучки огня. И периодичность да. Там какая-то есть. Секунд 30. Ну, смотри, вторая фаза, да, мы стоим возле края стены. Он кидает огонь, мы уходим. Мы дальше стоим возле стены. Потому что до появления еще активации самого босса, еще он еще раз кинет. Только что кинулась в ту лужу, которую мы уже начали подбегать к боссу, которая потом появилась. Смотри, эти тайминги, они рассинхронизируются. Если ты переводишь в разное время, утюг убиваешь. Они могут не так быть, как ты говоришь. Так, давай, крути, пристабав, кулак, всю хуйню. Может, сапроты выпьем? Я думаю, они тут не особо помогут. В мелизоне, только там не стойте никто, чтобы туда лужа не кинулась, чтобы мы могли оттуда нормально начать бить. Ушли. По минам не топчите, смотрите внимательно под ноги. Ушли. Выводи, выводи его, Слава, оттуда, блядь, закрыло огнем. Мины, мины аккуратней. Пошли под стенку. Вот тут стали все в кучу в одну. Пойдем по кругу. Не спать, Слава, ты там остаешься, огонь на себя забираешь. Идемте сюда. Сейчас ебанет огонь, блядь, и пойдем туда. Пошли, ушли отсюда, все. Заходим в мелизону, Геру даешь всю хуйню. Пошла Гера. Фласки отдали всю хуйню. Полетела бомба. Смотрите, куда летит. Далеко. Никита, смещайся. Там, когда потушит Никита, туда перебегай. Сакра. Блять, Миша как-то умер.
Вы втроем сейчас хилите? Да, втроем хилят. Беги, малыш! За спину, беги! За спину, за спину. Как Миша умер, я нихуя не пойму, блядь. Блядь, ну это пиздит просто по 13 тысяч, блядь, нахуй. Mm-hmm. Появляется сразу 13, 13, ебать. Ну как бы я хуй знаю, ну, типа, блядь, как они там убили, надо смотреть. Может там баг какой-то. Блядь, ну я смотрел их видео, блядь, ну там просто повезло, нахуй, что вот реально со всеми фазами, блядь, вот реально повезло. Они там, скорее всего, сидели, я не знаю, полдня, блядь, на нем. Просто реально фартануло. Это не так, что они сюда пришли, блядь, и с первого трая его нахуй убили. А где видео это, на Ютубе или где? Да. Можешь. Ну у них там, блядь, состав совсем другой. У них там, блядь, почти нету миликов. У них там Рога, блядь, и Кот. И те, которые, блядь, могут нормально сейвиться и отдавать иннервейт, блядь, бэрить и все остальное. Рога, который отдает кош, и, блядь, вообще урон нихуя не лутает. У них там два лока, элем, блядь. У них там овер дохуя РДД ДПСа, блядь. Там реально совсем фартануло. Вот я смотрел фазу, блядь, там как по учебнику, нахуй. Да, ну тут как бы смотри, просто вот реально миликов сколько. Ты, Телдрин, Мораль, это уже 3, блядь. И РДД Лок дает, блядь, который хуёво одет, нахуй, 4,5. Сова, я хуй знает, как он одет, но 3700 он дает. И хан. Сова сильно дает, но ты же понимаешь, что, блядь, бегать. Проблема в том, что вот, ну как, у них почему урон, блядь, и все остальное было. У них два лока, два афлика, понял? Они бегают и дамажат. Короче, очко полное, блядь. Не, реально, если другой состав, конечно, он быстрее будет разлетаться. У них ЛМ был, у них два афлика. Из того, что я помню, по-моему, сова и шипе, блядь. То есть у них 5 человек, которые, в принципе, блядь, могут перемещаться и наносить нормальный урон. Ну, по крайней мере, блядь, 2 афлика и шипе, так это точно. Вот если бы мораль был на 7-м, на 6-м месте, а остальные все РДДшники выше него, там, по 7 тысяч, тогда да, я, блядь, потравил бы. А так, ну реально, это тяжело, блядь. Просто каждые 30 секунд это говно кидается, третьих кучки огня, блядь. И, ну, огня, соответственно, больше. Быстрее убиваешь, огня меньше, блядь. Все это понятно. Поебаться можно, как бы, ну, я не знаю. Я не люблю. Идет, нахуй, что-то, блядь. Вообще, я нихуя не пойму, почему, блядь. Такие цифры по урону, блядь, по 13 тысяч от огня, блядь. С тем, там что у нас... 13, там 1300. У меня было, блядь, когда он кинул огонь под низ, ну, вот под себя. 13, я вправо отхожу, блядь, начинает в меня стрелять, я сдох. Так, пламя по 6600 бьет по тебе. Мы недолго в ульде, потому что, блядь, всем офаться скоро надо. Давайте сейчас тогда убиваем его в обычке, идем в Везакса, делаем в Гере, блядь, и попробуем лучше потравим нахуй йога. Спекайся, Паша, в ДД. Блядь, ну это чисто хуйня, когда нихуя не пойму. Вроде, блядь, у нас и ДПС, и всего остального, блядь. Много лужи, блядь, просто получается дохуя. Да. Просто, блядь, конечно, лучше будет несколько боссов убить, шмотки полутать людям, чем сидеть дрочиться, блядь. Надо эту хуйню дрочить, но надо, блядь, именно реально другой делать состав. Все были готовы, пуляй. Вышли, вышли, вышли. Ну, когда хаймут включаешь, и мины хуярят больше, да, получается? Ну, наверное, увеличивается урон.
Так это не значит, что не надо сейчас бегать. Да он проверяет. Не, ну они реально нихуя не дамажат. Он две штуки взорвал, бля, они не бьют нихуя. Сколько она им снимает? 3к, блядь? Не понятно. Ну он с щитом был. Надо за щитом был. А, дамаг на 25% увеличится. Понятно, блядь. Тут видишь еще полрейда твинков. Как они оденутся, хорошо будет, нормально. Мы сейчас еще в обычном сдохнем нахуй на четвертой фазе. Да не. За спину, за спину, за спину, быстрей. Мы сейчас во время бараша добьем его уже, бля. Слышь, Кирилл, как ты думаешь, тапки с мастерством и АРП кожаные, кому в первую очередь отдать? Роги, друиду, коту или вару? На одинаковых смотря, правах? Смотря, блядь, кому, ну, рога комбат. Ну ладно, пусть друид будет. Вот друид или вар, кому в первую очередь надо отдавать, если по консулу идти? Я в друиду отдал. Хилим, ну, хилим, хилим. РДД бьем, че мы задремали? Там где ДПС, блядь? Мораль, покидаешь окову, я ЛПшки спамлю. Бомба, бомба, бомба. Бомбу залили? Быстрей. Ну бомбу-то бейте, алло. Ну бомбу, блядь, убейте, РДД, ёбаный рот, блядь. Бомбу убили, потом босса. Сажу. Никита, ты бьешь грудак, лок, Паша и пук дракона бьют голову. Гера. Стопнули РДД по голове, бьем грудь. Все РДД грудь, все РДД в грудь, быстрей. Вышли оттуда, пук. Все, по низу поехали. Выравниваемся. По низу, по низу, по низу, по голове. За спину, за спину, за спину, за спину. Низ добиваем. Низ и грудь, низ и грудь, быстрей, в грудь 40к. Все. Воин, охотник, шаман. Пидерсия ебучая. При надевании пояс БОЕ. Так. При надевании, при надевании. Так, это БОЕ. Так, башка. У меня есть плечи, которые я могу отдать. Мне нужна башка, четвертый кусок. У тебя тоже 4 куска, Никита, или нет? 2. Тебе плечи надо? Могу тебе плечи отдать. У меня еще на них 26 минут. Или Никите отдам. Ой, Никите, Паша.
На тебе плечи тогда. Да, так хоть ДКшника оденешь, блять. Давайте сейчас Везок с ФХМ хуячим. Смотрим по времени, что у нас остается, и будем тогда уже там разбираться. Я сейчас быстро слетаю, кусок себе четвертый распакую. У нас три боехи упало, которые стоят каждая по 2к голды, бля, ебать. Можно обмазаться нахуй. Так, а что у нас там за рецепты падали? Танковский пояс, да? И что еще? Сапоги кольчужные. Кожаные вроде, или кольчужные сапоги. Кольчужные, угу. Как бы от пояса не отказался, блядь. От танковского? Ну, как-нибудь в будущем. Ну, у нас там сферы что-то есть в ГБ 4 штуки, вот у меня еще есть 2. Кому там надо какие-то шмотки? Хау, ты там что-то говорил, тебе пояс или что-то еще? Ну, сейчас я размучу голду, я тебе напишу. Мне надо УД продать сначала. Че, пока ебанем двух мобов. У меня пока за УД, в принципе, стоит нормально. Уже туда ближе к Алгалону надо будет заряжаться. Приверженец он хилит, ебани по нему покаяние, остальных там ловушку кинет, ну чуть-чуть. И отбегайте назад. Страш и товар. А вы Тори мы убивали? Да. Да, мы всех убили в Хэме, кроме этого пожарного. Говорили, что он поломали его, там комната не открывала. Не знаю, все работало. А у вас все сегодня работало? М? У вас сегодня все работало? Все работало. Не, ну мы когда после вчера убили, а вчера сказали, что, блядь, комната не открывала. Не, да, у нас... вчера нахуй вся льда у меня была сломана. Так 20-х ходил. Не, ну она так и сломана и есть, но я имею в виду, что комната открыла. Нет, именно сломанная. У нас половина обилок на боссов просто не работала. Ты имеешь в виду половина обилок у босса? Да, да, да. Ну так и было. У нас не стреляло по всем на этом, на утюге. Из пушек. Ну не стреляло из пушек вообще на утюге. На йоге вообще щупальцы в воздухе висели. Да, и щупальца, и у нас на йоге там по КД этот каст висел, типа чел умирали. Поставь, пожалуйста, шкаф, присумоньте меня. Сумоньте. АБ за ночь, конечно, починили, но вчера был пиздец. Мы успели, короче, после вчера все сделали, блядь. А Лагона не здесь тоже сделали, а то там эти, блядь, звезды вообще не, блин, не тагунится, блядь. Звезды или созвездия? Или, ну, те эти три созвездия, что надо протезы выдать. О, Галана, да? Нам Алон еще не скоро бить тебя. С нашим, нахуй, желанием. Да? Боссов. Ну, надо собирать другое пати, Саня. Надо собрать другое пати, сделать, блять, просто одному человеку ключ, а Алгалона уже заходить травить кем хотим. Собрать пати нахуй, 9 человек ГВП нахуй, и одного кому ключ нужен. Тогда еще есть шанс. По факту там продиспельте все это дерьмо. То Андрюлик там что-то с ума сошел в контроле, блять. Говорили, что Алагону должны еще хп понизить. Да я вам скажу, там по факту, блядь, ну типа, ничего суперсложного нет.
Ну, как в принципе и здесь, на утюге. Но там, здесь на утюге, ой, на утюге, на Мимироне. Здесь тупо фарт, блядь. Ну вот, как лужи, блядь, эти упадут, блядь. Как этот бараж будет и все остальное. То есть, если мы стоим, блядь, на открытом, и начинается тут два бараша, тебе надо перебежать так, чтобы стоять в огне, ну, понятно, что мы сдохнем, блядь. Там надо реально просидеть, я не знаю, там 2-3 часа, блядь, и тогда он умрет. И по хорошим делам, да, чтобы у нас был, блядь, эрдру. Ну или тебя, Саня, надо зарядить, он тебе сделает, что ты говоришь, тебе и пояс нужен, и тапки надо. Да ебать, я заряженный, кто что держать тогда? Да надо, походу, в ГГВП. Метрика из туда, это нормальный фильм. А чё, Кирилл, ГГВП топовая гильдия, её когда называют... Не, у меня пояс так и так-то не особо много дадут. Все преклоняются, да, сразу, когда... Не, вот да, вот Т4, это 8, тогда ещё... Не, без понятия. На него просто плюс один, плюс ноль убили первый, это все. Ну это показатель топовости, наверное, да? Я тебе скажу, тут никто не убивает. Показатель в том, что у них сумасшедший онлайн, блядь, и у них есть из кого выбирать. Я вот кричу, блядь, неделю нахуй набор в гильду, блядь, и набрал, блядь, 3 человека. У нас, блядь, гильда ДВшная, у нас нету такого. Это, блядь, не Москва, блядь, там Беларусь, Украина, где ты можешь, блядь, насобирать себе в гильдию людей. Там, я не знаю, за 3-4 дня. Они уже сейчас третий рейд собирают, 25-ку. Смотрел сегодня линковали. Третий состав, блин. Да понятно, что они там собирают. Они вторым нихуя не убивают, только первым. Ну, первый у них там мейнес, мейнесу там, блин. Они там 225-е, блин, фуловые, блин. Так, Егор. Вот в этого... Не Егор. Егор, ты в этого... Вот в этого, в звездочку, Егор, скидываешь покаяние. Паша, в печеньку кидаешь жабу. У них и ДМ свой есть, блядь. ДБМ этот сраный, блядь. Шунор показывает, блядь. Если получится, Никита, какого-нибудь там дальнего трапа и выключи тоже. Давай, Паша, хекс в печеньку. Ну-ну-ну, Паша, шевелись, Паша, в печеньку хекс. Продиспельте это дерьмо. Печеньку бейте. Вышел с контроля. Все в печеньку. Череп на него перекинул. Так, этого мы сейчас закливаем. Все, убиваем эту. Ну, убери. Звездочку играем. Кто там, блядь, перезаходит 50-й раз? Так. Звездочку, Пашек, скидываешь жабу. Егор в печеньку, покаяние. Там этот, Никита, куда-нибудь на дальняк трапу закидывай. Давай, Паша, кастуй. Жаба твоя летит первая, в звездочку. Паша не понял, на кого? Понял, блядь. Нормально, звездочка, злобы плюет с огнем. Прокиливаем этот. Не спим. Косты сбивайте им. Звездочку бейте все. Да я поворот того стала, блядь.
Да, блядь, ебанутые мобы, сука. Нихуй хп этим порезали, блядь. У них теперь там 470, блядь, а не по 800. Чем прикол? Дебинишинга нет вообще у них. Да, а им похуй, блядь. 10 плюс 10, давай война. Ну такого типа, блядь, в МК берешь, к боссу подходишь, сало клацаешь, босс скиллы не кастуют. Нормально было. Печеньку играем. Пойти в ГГВП, что ли, блядь, поиграть? Думаешь, ты там попадешь в рейд? Это обязательно. Там таких, как мы, блядь, желающих. Вагон и тележка. Так, ладно. Егор, покаяние скидываешь в звезду. Паша, контролишь печеньку. Иди, Паша, кидай уже жабу туда. Трапу куда-нибудь на дальняк. Все, отходим сюда, отходим, отходим. Назад, 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 отходим. Они придут сами. Вот, блять, что за хуйня? Мага этого пиздим, череп поставил на него. Им зато сбиваются косты, можно им сало вставить. А, нет, деминишек есть. Ты же в машине играешь, Саня. В этом, да, в этом, как его. На компьютере, на бытовом. Печеньку доиграем, там лоу хп. Кикнул каст, скачка, он не сбивается. Класс. Ну, только станы мои притяжки. Остальные косты сбиваются, блядь. Так, аккуратно, кто полетит там, босса не спульте. Давай слово Агре. Ляйба, космонавт. Миша, иди сразу руду пизди. ЕГБН. Блять, когда там уже контроль закончится, а? Все, 3, 2, 1. Спасибо. А, лут поменять, Миша, сорян. Давай, иди. Поменял, поменял, поменял.
Локру такой горе в семье, как говорится. Да, пуляй. Не подходите туда. Не спульте босса, пусть он сюда выведет. Ну, все четыре крафа должны быть нормальные. Да, без руды. Инжа, например, ювелирка, кузнечка, портяшка там или что-нибудь подобное. Моба бьем. Собиратели запишем. Я понимаю, собирать. Собирателя твинка надо делать. Друидика делаешь себе. Трава, руда, вся хуйня. Чисто машина, блядь, для сбора всего. Так. Саша, поставь метки, а то у меня, блядь, Xperl на меня пиздит, что им, блядь. А зачем вы метки? Я? Ты. Так, все. Так. Ты вам хватит. Сопля направо, хуйня, которая его хилит, назад выносится. За агрой следите, этот, Никита, по КД просто напуливай в Славика. Просто по КД, блядь. Не после там минуты или двух пула, блядь, не надо об этом забывать. Напуливай так же дальше, потому что, если не дай бог он сдохнет, это пизда. Мы как хилим вдвоем, или сначала один сажать ману, потом другой? Миша будет в мелизоне ставить ману резать, поэтому ты подхиливай здесь, кого надо, он будет танка держать. Ты этот самый, Миш, печать света врубай, она тут, ну, нормально ебашит, хилит. Ты видишь, походу, этот. А, ты имеешь в виду печать именно? Да-да, который хилит. Да, печать тут хилит до хуя. Он тут раз Накси нахуй паладин просто печатью полтора ляма нахилил на этой драконе. Так, все были готовы. Фласочки там припейте, всю хуйню. Я буду озвучивать, стараться эти, но вы сами смотрите, там нужна реакция быть, ну, наверное. Бегайте там, не втыкайте, блядь. Лок, ты же знаешь, что тут делать? Хорошо, спасибо. Посмотрим как раз. Чек, даю на пул. Пуляй, Слава, напуливай сразу на него, Никита. Так и Слава, ты, ну, просто... Ну... Чтобы... Рыжая нормально была. Это дракон. Пока вы не в луже, не дамажьте. Зашли в лужу, дамажите. Славчик, ты сам касты позбиваешь или помогать надо нам? Я сбиваю, но на всякий случай тыкайте. Прожимайся. На мне, стойте на месте. Я скажу, на месте стойте. Ну вот, пиздец, давай, пришла нормально, да? Чисто сбила все. Да. Не надо туда идти, куда вы нахуй идете? Станьте ебаный в рот в крест! Один пошел и все за ним, как стадо ебаное, блядь. Нахуй ты туда пошел, пук! Нихуя страшно, если вы одну лужу не побьете, блядь. Постойте, подрочите балебу, блядь, 20 секунд. Нихуя страшно, от этого не стулчится. Прожимаешь. Я даже, наверное, знаю, кто сейчас буду стоять. Бегай с ними, ну его нахуй, блядь. Я буду с ними стоять, еще буду подхилить, выходить служу. Будете, когда выбегать туда на трусы, будешь там щитовать или подхиливать.
тут нормально просто остаешься. Телефон, уберите, у кого там телефон? Сейчас скоро петух будет. Ладно, подошел. Прожимайся. Кстати, она на меня кинулась. Стой на месте. Моба напуливай сразу. Слава, ты там все бурсты, все ЛПхи, вся хуйня в моба. Вот. Поехали по мобу, Геру. А вытягивай жизни, поищи. Да ебаный стык, ты заебал все в меня кидать. Когда сейчас будут стаки, ребят, это будет смерть сразу, блядь. Химдаль, химдаль, химдаль. Ебать. Захильте Никиту. Почти без маны. Поворачивай, Слава. Блять, нахилили его пизда. Сколько процентов, блять, 8 отхилили? Дохуище, там, один Паша там ему отхилил, блядь, дохуище. Главное, не дохните там и не хильте его. Не надо. Если огурцы есть там, что-нибудь тоже. У дракона. А куда ты бежишь, Паша, 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 куда ты бежишь? А с ним не надо бежать. Что вы делаете нахуй, блядь? Ой, я ебанулись вообще, блядь, или что? Все, давай. Бейте, бейте. Паша, что с тобой нахуй такое? Причем ты, блядь, сука, к сове, блядь? Сдохните быстрей. Занимайтесь какой-то хуйнёй, блядь. Плыли-плыли, под конец усрались, блядь. Четыре ляма нахилил.